меня пригласили пресс-служба Каримова Масимова летом запускать спутник КАСАТ. По образованию я вообще инженер-энергетик. С 1 января мы с Яндексом попрощались. Тебе хочется писать о сексе, да? Кстати, не занятая ниша, да? Я приехал с Астаны, познакомился с другим блогером. Как оказалось, там, будущей женой. Ты пишешь о том, что людей цепляет. На самом деле, это самый большой кайф. Когда я вижу очень много комментариев, пусть они будут все плохие, хорошие, когда там люди срутся между собой. Я на самом деле тихо радуюсь. И придут, сядут, да, вот, деятели Казнета и просто продадут эту идею. Почему нужно ходить в Казнет? Тогда дайте вести аккаунт Казмунагаза серии Кави.